и о творчестве, на этот раз детском и декоративно-прикладном. В Кирове прошел фестиваль «Фантазия и образ». В нем приняли участие юные стилисты и парикмахеры. Серьезно увлекаться парикмахерским искусством Мария Поскребышева из Мурыгина начала с 10 лет. Сейчас увлечение постепенно перерастает в профессию. На очередной фестиваль Мария приехала со своей сестрой. В конкурсе «Юный парикмахер» участвует второй раз. В прошлом году в возрастной категории 10-13 лет заняла первое место. Творческие фантазии новой конкурсной прически навеяны весенним настроением. Весны уже столько долго не было, и вот наконец-то она уже пришла. Здесь цветочек изображен, и прическа такая очень нежная, подходит для девушки. Прическу Марии еще предстояло оценить конкурсному жюри, а перед показом и дефиле причесок юные парикмахеры и стилисты получили мастер-класс от профессионалов. Подобные фестивали помогают молодежи развить творческие способности и содействуют профильной ориентации учащихся. Девочкам показали современное приспособление и выполнение причесок, чтобы они были в курсе тех технологий, которые вот сейчас используют парикмахеры-профессионалы. Вот. И в основном, конечно, да, мастер-классы были направлены на изучение современных тенденций в парикмахерском искусстве. Кульминацией конкурса юных парикмахеров стало дефиле моделей с прическами, где жюри предстояло выбрать победителей. Героиня нашего сюжета Мария Поскребышева в младшей возрастной группе в номинации «Ее величество коса» заняла первое место. На будущий год ее ждет уже старшая возрастная группа. Михаил Конышев, Игорь Охотников, «Вести», Кировская область.